Это адекватное повышение заработных плат и пенсий. Вот я два вопроса. У меня тоже. Господин Брюслов. Да, я понял. Там же выходила одна, рассказывала, что это сядание, 3200 рублей. Вы той одной расскажите. Да. Два вопроса. Первый вы задали, что успеет принять парламент до конца года. Я думаю, что успеет принять бюджет. И я думаю, что это вот все, что будет происходить на этой неделе, будет подчинено именно этому вопросу, потому что это две абсолютно разные вещи. Вот то, что существует сейчас, вот у нас конституционное понятие коалиции, оно у нас отсутствует в принципе. А есть то большинство, которое примет бюджет. За это большинство, я думаю, спикер и премьер, люди уже опытные за эти два года, они голоса найдут. То, что этот бюджет не реализует главные вопросы ни социальной защиты населения, ни вопросы поддержки местного самоуправления и громад, не реализует вопросы стимулирования экономики, это совершенно однозначно.